На стенах 305-го кабинета в Одинцовском лицее номер 2 работы выпускников. Эйфелева башня в стиле стрит-арт, француженки из цветочных лепестков и классический карандашный портрет преподавателя Надежды Александровны Кожемякиной, для которой в свое время выбор французского языка стал судьбоносным. В 5-м классе я была отличницей. Учитель распределяла группу по языкам и сказала: «Надя и Таня, как отличницы, пойдут в английскую группу. Остальные будут тянуть жребий». Но поскольку девушка была непростая, я сразу сказала: «Кто вам сказал, что я пойду в английскую группу?» Ну, из вредности пошла во французскую, и это стало любовью всей моей жизни. Сегодня она учит слушать, говорить, читать и писать по-французски ребят со 2 по 11 классы. Сейчас урок в 8-м. Ребята успешно прошли школьную олимпиаду за 9 класс. Это неудивительно, ведь изучать язык здесь интересно. Дети смотрят передачи на французском языке с титрами, изучают лексику, готовят презентации. При этом все на современном жизненном материале. Практически на каждом уроке есть аудирование. Оно может быть с видео, как вы видели, может быть Радио Франс Интернациональ. Ну и, в принципе, я очень много работаю с источниками. У меня редко бывает учебник на уроке. И я работаю с телевидением французским, с радио французским. И все материалы мы учебные берем тоже оттуда. Молодцы французы, они это предоставляют. А это внеклассные занятия. В 4-м классе замдиректора лицея по воспитательной работе Светлана Владимировна Ромащенко проводит интеллектуальный марафон. Это ее детище, которому уже 6 лет. Ребятам предстоит пройти сразу 2 тура – командный и индивидуальную игру. Дети отвечают на вопросы об окружающем мире, по математике, русскому языку и другим предметам. Чтобы заинтересовать процессом, педагоги подчас идут на маленькие хитрости. Стимулируем, даем шанс, изменяем правила иногда для того, чтобы было комфортно детям, для того, чтобы они интересовались, были заинтересованы в учебе и в своем развитии интеллектуальном. А в 11-м классе идет брейн-ринг – производная первообраза и змеи-интегралов. Данная форма для обобщающих уроков по геометрии, тригонометрии, производным и другим разделам математики была придумана в 90-х годах Мариной Павловной Наумовой. Помимо итоговой проверки знаний, ребята узнают и новые исторические данные по теме. К тому же работают в командах. Урок это нелегкий, да, что в этом уроке содержатся задания и по математике, и по истории, и по литературе, интересные, связанные с математикой. И, соответственно, математика здесь не очень легкая, но командная игра помогает всем получить удовольствие. Такие занятия проходят с 7 по 11 классы, 3-4 раза в год. Лицеисты привыкают к занимательной математике и лучше понимают предмет. Мне кажется, эта серьезность не всегда должна быть у людей в жизни. Немного поиграть, почувствовать это детство наше. Вся эта система очень нравится, потому что это высокие технологии, как по мне. Вот эти кнопки почти как на разных телешоу. Мы на них нажимаем, когда хотим ответить. Свои успехи ребята регулярно показывают на ЕГЭ и школьных олимпиадах. В прошлом году из 72 выпускников во 2-м лицее было 25 медалистов. В этом в 11-х классах учится 71 ребенок. При этом среди лицеистов постоянно много призеров и победителей школьных олимпиад на региональном этапе по разным предметам. Мы ребятами гордимся. Мы гордимся педагогами и родителями, которые тоже в этой подготовке принимали активное участие. Быть именно уверенность детей, их спокойствие, их заряженность позитивом, она позволяет им раскрыться в полном объеме. Поэтому мы гордимся нашими ребятами и желаем им самого наилучшего. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».